Привет. Еще одна очередная загадка найдена. Это место. Это, в общем, жилые дома. Как бы объяснить-то, где это? В общем, там вот сверху. Сюда попадаешь сверху. Прыгаешь там вот на такие балки крестообразные, и все ниже и ниже, и потом прыгаешь, вот попадаешь как бы сюда и спрыгиваешь все ниже и ниже в этих домах. И в одной из комнат я нашел вот такой вот знак. Здесь лежит записка, вот такая. И знак на стене. Я подошел, а у меня была ветвь света. Если вы ее находили, вы знаете, что это такое. Вот сейчас ее нет. Она была в аксионах. Вот здесь она была. Ее можно было потратить на костре. Или там написано было на ней сделать что-нибудь еще. Вот, на костре ее, естественно, не тратил на разломе. А вот сюда подошел, нажал изучить, и меня спрашивают, разместить ветвь света. Но я нажал, ну давай, разместим. И у меня вот выдало вот такой вот диалог. Грустно, возможно, в следующем мире все будет иначе. И все, и больше она ничего не делает. Судя по диалогу и по тексту, это какая-то женщина. А там было что-то разместить, ветвь света на останках. Тут вот три трупа лежит каких-то. Вот. В общем, что значит в следующем мире все будет иначе? Я вообще понятия не имею. Такая вот загадка очередная. В следующем мире. Ну, тут как бы два мира есть. Мир тьмы и мир света. Но дело в том, что рядышком здесь я ни одного... Как они называются-то? Камня... Ни одного камня преисподней не встречал. Сколько я сейчас вспоминаю. Хотя... Можно, конечно, поискать. Или, возможно, нам говорят, что следующий мир — это НГ плюс тупо. А, хотя нет, ребята, погодите-ко. Погодите-ко. Здесь есть камень. Алоэ. Здесь камень есть. Да, кстати, и вот... Вот, видите, вон там светится кругляшок вот сейчас над моей башкой. Так вот, там очередной код глаза. Попасть туда можно просто обойти. То есть обойти. И он по тем... А, и вот под этим... По каким-то из этих камней допрыгнуть. Нет, не по этим. Короче, можно. Я допрыгивал. А, вот так вот надо делать. Запрыгивать вот сюда, идти вот так. И здесь вот так. Ой, вот сюда прибегаешь. И вот глаз. Схема С. Если вот туда пробежать, там вагонетка стоит, которая ведет в порт. По-моему, в порт. Вон, смотрю еще раз, раз уж пришел. Вот вагонетка. И она ведет... А, в Horizon Dominion. Я туда, кстати, еще не ездил. Не знаю даже, куда это приедет. Ладно. Сейчас другая задача. Сейчас надо войти в преисподнюю и вернуться... И вернуться туда. Может быть, что-то и произойдет. Ну ладно, я весь процесс показывать не буду.
начну запись, когда уже до туда добегу в форме в преисподней. Ну, преисподняя, если кто не знает, вот здесь открывается. Хотя это как это можно не знать. Это надо... Чувак, давай иди, а. Кстати, вот в этом месте, в этой же вот локации, есть... как она называется? Костер, короче. Такая плюха. Он погаш, и когда подходишь, дарксолский костер, в общем. Подходишь, он его разжигает. Говорит что-то по-английски. Я плохо знаю английский, но, по-моему, говорит, это не то ложь, не то лев, хрен его знает. Тут львы бегают. Что он говорит, я не понял. Такая пасхалка. Вот. Ну, я сейчас посмотрю. Да, вот на одном из этих деревьев, точно не помню на каком, лежат очки. Ай! Очки. Я их уже забрал. Вот такие очки, на которых написано надевать строго перед лицом опасности. Ну, тут ни хрена не видно в этой форме. Ну, очки, в общем, ничего особенного. Тоже пасхалка. Пасхалка какая-то. Ладно, пойду дальше. В общем, там вот стена, вот нам же, мне же вот туда, да, как бы. Или куда мне вообще? Там не пройти, но зато можно пройти вот здесь. То есть вот пропрыгать по камням. И хрен. И не дают, короче, пройти. Понятно. Вот он не идет дальше просто. То есть в жилые дома нам в этой форме пройти не дают. Здесь стена. Я не могу пройти ни туда, ни сюда. Из этого места мне выйти просто не дают. Ну, тогда остается, я не знаю, может быть, с другой стороны есть еще где-то камень. Но отсюда пройти не получается, вот что. Чтобы проверить мою теорию. Ну, или, возможно, другой мир, это имеется в виду НГ+. Очень может быть. Вот здесь никак не хочет. Ну ладно, тогда пока. Так, хотя... Что там вот светится, а? А, это же вообще другая сторона, да? Да-да-да-да-да, ну подожди-ка. А, ну, собственно, а на ту сторону я только через ворота попадаю. Здесь даже не запрыгаешь. Никак, никак. Так, стоп, мы здесь. Ну что, что есть, да? Ну не, походу не попасть. Походу не попасть. Отсюда, по крайней мере, не дают. В общем, не знаю. Но загадка такая есть. Ладно, все, пока.